Всем привет, дорогие друзья! С вами Макгрубер, и сегодня мне в руки попало замечательное коллекционное издание игры. Даже не знаю, игра это или фильм Taken Hybrid. Лимитированное издание. Только для PlayStation 3. Я понять не могу. Вообще, честно говоря, я хоть и знаком с серией Taken, но эта игра как-то обошла меня, именно Taken Hybrid. И я слышал, что есть фильм, как бы на под таким названием, но чтобы игра выходила, что-то это впервые слышу. Тем не менее, в данное коллекционное издание, лимитированное издание, входит 80-страничный артбук, 2 диска с саундтреком, DLC-ваучер и, в том-то и дело, написано игра Taken Hybrid и фильм Taken Hybrid. Ну что ж, давайте разбираться вместе. Снимаем целлофан. И медленно достаем содержимое. Значит, первое, что нам попадается, это код на скачивание аватара в стиле игры Taken. Дальше у нас фильм Taken Blood Vengeance, диск фильма в 3D. Игра Taken Tag Tournament, первая часть в HD качестве, и Taken Tag Tournament 2, пролог. Данное издание также содержит специальное интервью, то есть бонусный контент. Это специальное интервью с Катуширо Харада, это создатель Taken, и о том, как создавалась игра, я так понимаю, игра и фильм Taken Blood Vengeance. Откроем. Так, медленно открываем. Опа, вот он и доставка. Прямо Почта России. Так, внутри нас встречает мануал. Ну что, цветной или черно-белый? Да, черно-белый. Облом. И сзади реклама Soul Calibur 5. Ну и, разумеется, диск, соответственно. Следующее у нас на подходе – это саундтрек. Саундтрек. С какой-то фигней, которая прицепилась. Сколько здесь композиций, не ясно. Ну что ж, давайте его скроем. Целлофан снят. Открываем. Ну что ж. А, вот его описание. На первом диске у нас 27 песен. На втором 28. Трек-листы принадлежат играм Taken Tag Tournament и Taken Tag Tournament 2. Пролог. Это раз диск, и за ним второй диск. Ну что ж, время перейти к самому вкусному. Это, конечно же, артбук. Слава богу, в твердом переплете. Правда, не толстенный, но нормальный. Ну что ж, откроем и посмотрим. Ну, хочу сказать, что вообще артбуки, которые относятся к данной серии игр, а именно Taken, они всегда были на высоте, всегда были красочные, красивые и качественные. Но походу этот артбук относится к самому фильму. То есть тут и актеры, походу, которые играли и озвучивали. Очень интересно, кстати. Я фильм не видел. Уже вот есть повод посмотреть. Только мне интересно, на каком будет языке. Режиссер
Юючи Мури. Господи, ну имена у них. Чем-то напоминает скрин с Final Fantasy. Я надеюсь, что этот мультфильм, CJ-фильм, будет смотреться поинтереснее, чем фильм, который, честно говоря, оказался полным проходником и шлаком. Все-таки очень мало хороших фильмов сделано по мотивам игр. Почему-то на скинах чаще именно девушки изображены. Это, по-моему, уже из самой игры отрывок. В конце надпись «Король золотого кулака». И указание еще раз, какие игры и фильмы входят в данное издание. Ну что ж, такое оно было, данное лимитированное издание Taken Hybrid. Но я напоминаю вам, что с вами был MacGruber. Как всегда, подписывайтесь, оцените, комментируйте, ставьте лайк. И не забывайте, что впереди все самое интересное. До связи!